Вернуть сумму, эквивалентную 20% от стоимости купленного товара, с начала этой недели могут зарубежные покупатели Брестского центрального универмага. Такая возможность появилась благодаря внедрению системы Tax-Free. Сегодня гость нашего города может не только приобрести качественные и красивые сувениры и подарки себе и близким, но и серьезно при этом сэкономить, оформив в универмаге документы на возврат суммы налога на добавленную стоимость. Стоит только учесть несколько важных условий. Подлежат возврату НДС только товары со ставкой НДС 20%, сигареты, алкоголь и подакцизные товары не подлежат возврату НДС. Для того, чтобы оформить чеки на возврат НДС, необходимо совершить покупку в течение одного дня в одном магазине на сумму от 800 тысяч рублей, что эквивалентно около 90 долларов США. Стоит также помнить, что возможность такого возврата денежных средств есть только у тех иностранных гостей, которые не являются гражданами стран таможенного союза. На данный момент на Брещине подобная система внедрена только на двух объектах торговли – в универмагах в городе Пружаны и в областном центре. Но уже в ближайшее время сеть предоставления подобных услуг планируется серьезно расширить, и работы в этом направлении уже ведутся. У нас работа ведется, у нас есть и график Минторга. Мы в области в течение вот этого года, это минимум, должны внедрить эту систему Tax-Free в 8 объектах. Но у нас есть решение облсполкома, которым поручено проработать каждому горосполкому с торговыми организациями этот вопрос. И мы ожидаем, что у нас возможность внедрить эту систему даже в этом году появится большего количества организаций. Специалисты уверены, что подобная мера поможет увеличить поток зарубежных гостей в нашу страну, сделать более выгодными условия покупки товаров и, как следствие, поднимет уровень туристической привлекательности Брещины. Особенно актуально это в преддверии приближающегося спортивного праздника, которого с нетерпением ждут и собираются посетить тысячи иностранных болельщиков со всего мира.